Давид побачив лукавство і пережив дуже такий складний період свого життя. І коли він дивився на нечестивих людей, які неправильно поступали, і він зважував серце своєму, зважував. І оці останні слова – це не слова цих нечестивих людей, це не слова лукавих людей, це не слова людей, які далекі від Бога і Божої істини, а це те, що було в серці Давида. Ви знаєте, якось це на днях я прочитував, продивлявся із псалмів, просто продивлявся, готувався до проповіді. І так багато таких яскравих місць, таких моментів, які Давид висказував перед Богом. Так не можна просто написати, повірте, браття, сестри. Так не можна просто сказати, щоб записали навіть інші люди. Я рахую, це було від Духа Божого. Особливо, коли Давид смирався, коли шукав лиця Божого, коли вранці піднімався. Йому би царю відпочивати довше. А він піднімав свої очі до гір, як він каже, звідки приходить допомога. І ця допомога приходила. Боже помазання, як оця роса, рання або утрення роса, яка спадала на землю, яка орошала все, вона орошала серце Давида. І наряду з складними моментами його життя, його служіння, браття, сестри, він якось умів освобождати, як кажуть, або визволяти своє серце для того, щоб прославити Господа. Хоча багато різних переживань було. І тут він каже, нечестиві так поступають. Це їхня дорога, це їхній вибір. А я, як зеленіюча масліна в домі Божому, і уповаю на милість Бога во віки віков. Амінь, браття, сестри. Вічно буду славити тебе за те, що ти соділав, і уповать на ім'я твоє, ібо воно благо пред святими твоїми. Браття, сестри, оце Давид висловлював, це Давид висловлював. Я вічно буду славити тебе, Боже, тому що ти, по правді, багато зробив для мене. Ми можемо сьогодні в зібранні, кожне в серці своєму, сказати, Господи, я буду тебе славити, я буду в цьому зібранні тебе славити. Я воздаю тобі честь і хвалу, ти для мене персонально багато зробив. Чи не так, браття, сестри? Чи воно прийшло в загальний такий, в якийсь фон нашого життя тут в Америці? Україну згадайте, молоді роки ваші згадайте, якісь складні моменти, які були в вашому житті, ви плакали перед Богом і просили, Боже, допоможи. Він ж допоміг тоді. Роки пройшли, браття, сестри, він незмінно перебуває на престолі і в смирених і сокрушених серцях. І сьогодні він в цьому зібранні, алілуя йому, алілуя. Я запрошую народ Божий, піднімемося на ноги. Благословляємо ім'я Бога і просимо благословіння на це. Отец наш, а вы все его.
Бог подарував нам це служіння, і немає кращого місця на землі, ніж Дом Божий, куди ми приходимо для того, щоб прославити нашого Господа. Ми маємо спільність один з одним, і саме головне, ми маємо спільність з нашим Господом, якого полюбила наша душа. Я буду говорити коротко, радий, що маю зустріч з вами і з Ричардом Міхальським, з яким ми знайомі вже десятки років. Ще тоді, коли в бувшому Радянському Союзі не можна було вільно проповідувати, і взагалі проповідників за кордону офіційно не приймали, але тоді шукали ми, бо знали, десь в якомусь місці має бути брат Ричард, просто як турист по туристичній візі. І вже в ті часи якусь апаратуру або Слово Боже –
перевозили вони для того, щоб допомогти нашим людям. Хай Бог благословить це служіння. Читаю два місця Слова Божого, перше післання апостола Петра із першого розділу, 17 вірш. Перше післання апостола Петра, перший розділ, 17 вірш. Сказано так. «І якщо ви називаєте отцом того, который неліцеприятно судит каждого по ділам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». И друге місце Слова Божого, книга «Буття», 50 розділ із 15 віршу і нижче. «И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали, что, если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали. И послали они сказать Иосифу, отец твой перед смертью своею завещал, говоря, так скажи Иосифу, прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло». И ныне прости вины рабов Бога Отца Твоего. Иосиф плакал, когда ему говорили это. Пришли и сами братья его, и пали пред лицом его, и сказали, вот мы рабы Твои. И сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Дорогі мої брати і сестри, дуже коротко ми будемо йти до молитви. Для того, щоб предстати перед лицем Господнім. І я хотів би сьогодні говорити про страх Господній, який важливий є в нашому житті. Ми всі люди живемо на землі, і кожен із нас має фізичний страх. Ми чогось боїмося. Хтось боїться висоти, хтось боїться низини, хтось боїться води. І ми розуміємо, що це є нормально. Тому що страх, він є як защитна реакція нашого організму. Ми багато чого боїмося. Вночі їхати, коли ми хочемо спати. До нас приходить страх, що прийде момент, ми можемо задрімати, і ця поїздка може бути остання, і ми зупиняємося. Я пам'ятаю, як я на роботі одного разу пошкодив мої коліна, і брат із моєї родини, він каже, Василь, чи ти бачиш людей, які іноді буває без пальців, які втратили оці члени свого тіла під час роботи? Коли це сталося? Тоді, коли вони починали працювати, вони були дуже обережні. Вони дуже пильно дивилися, щоб техніка безпеки зберігалася. Но проходить час, і людина звикає, вона вже знає своє діло. Я свідок тому, у нас в Атланті, коли роками йшло будівництво, було дуже багато бригад будівельників. Вони будували дуже швидко. І це вже професіонали, вони знають своє діло. Беруть в руки пилку і знімають всі обмеження. Вона більше не служить security для них або safety. І вони рижуть направо, наліво, сміло. І тоді, коли втрачається, є таке російське слово, бдітельність, приходить проблема. Не тоді, коли починали працю, бізнес, а тоді, коли вже були впевнені, коли перестали боятися, а треба було продовжувати боятися. Вони роблять помилки і, можливо, навіть рокови в своєму житті. Це нормально, коли є фізичний страх, тому що він нас захищає від всяких нещасних випадків. Я хотів би сьогодні не про це говорити. Є ще інший страх, який присилає диявол. І люди переживають це почуття в своїй душі. І в Біблії є дуже багато слів, дуже багато місць Слова Божого. Коли Христос говорив, Бог говорив, пророки говорили, не бійся. Тому що не один раз диявол прийде для того, щоб дати це негативне почуття. Щоб розстроїти наші почуття, щоб ми чогось боялися в нашому житті. Но Біблія каже, я дав вам не духа боязні. Я дав вам духа любові, сили і целомудрія, слава Ісусу Христу. Хтось, можливо, боїться старості.
приходить ця пора, і людина не хоче залишитися самітньою, хтось раніше відходить до Господа, чоловік чи дружина. І дуже страшно, бо приходить такий страх, що я буду робити. Тому що діти виросли і пішли від мене. Мого чоловіка не стало, я живу у цих чотирьох стінах. Дорогі брати і сестри, навіть диявол через ці обставини намагається, щоб в страсі людина жила. І я хочу сказати добрий рецепт, хто переживає самітність. Дорогі мої сестри і брати, спілкування з Богом, тісні відносини з Ним, вони допомагають перемогти самітність. Людина, яка спілкується з Богом, людина, яка чує Бога, вона знає, що вона не одна. І як би не склалися обставини, тому що Ісус Христос живе в нас, і це вже двох кімнаті в домі, де ти живеш. Тому що Він є з нами завжди, до самих останніх днів на цій землі. Дорогі мої брати і сестри, я пригадую, один брат свідчив. Він каже, що я переживав страх, і навіть прийшов такий період, що я перестав вночі добре спати. У мене не було сну, я постійно чогось боявся, сам не знав, чого я боюся. І він каже, я почав досліджувати Слово Боже, вникати в Слово Боже, в своє серце, знаходити причину, звідки це джерело страху, яке жахає мене і не має спокою і миру. І він каже, я прийшов до такого висновку. Є деякі люди в моєму житті, яких я недолюблю, з якими я не хотів би зустрічатися. І він зрозумів, що іменно ця проблема в нього в серці. Він каже, я прийняв рішення, як би мені не було важко це зробити, але кожен день я молився за цих людей, називав їхні імена перед Богом. І каже, пройшло декілька днів, я відчув, що цей страх ушов із мого серця. Тому що Біблія каже, в любові немає страху. Досконала любов виганяє будь-який страх. Слава Ісусу Христу! Дорогі мої брати і сестри, я хотів би згадати про Іосифа. Кажуть, що Іосиф – це як преобраз церкви Ісуса Христа. Його вірність, відданість Богу. Приклад наслідування, і ми хотіли бути подібними до нього. І простежте все його життя. Це була людина розумна, збережена Богом. При різних обставинах він знав, як себе вести, як правильно ходити перед Богом. Навіть тоді, коли очі батька його не бачили. Він був далеко в Єгипті, він був далеко від свого дому, але знав свого Бога. І прийшов момент, коли він одружився. І син, який родився в нього, Манасія, він назвав його цим іменем, і це ім'я щось значило для нього. І він сказав, називаючи свого сина цим іменем, Бог дав мені можливість забути мої нещастя і дім мого батька. Не батька він забув, не забув своїх братів, але забув все неприємне, що він зустрічав в своєму житті. Я хочу сказати, що нелегко йому було це зробити. Проходили десятки років, він жив в цій країні, і спогади завжди повертали його, чому я тут? Є десь мій батько, в домі якого я не можу бути сьогодні. Він згадував своїх братів, можливо, печаль, на печаль лягала на його серце. Але він боровся, і сказано, Бог дав мені можливість забути моє нещастя. Бог дав мені можливість простити вину моїх братів, благословити їх. Бог дав мені цю можливість. І сказано, коли вже Ізраїль переселився до Іосифа, вони жили деякий період часу, і вроді би все так спокійно, все заспокоїлось, життя продовжується на землі. І тут стається те, що помирає батько, помирає Іаков. І брати почали згадувати історію. Вони почали згадувати все зло, яке зробили Іосифу, і сказали, а тепер прийшов час. По-людському це неможливо, щоб людина забула, скільки печалі, скільки зла ми зробили для нього в нашому житті. Тепер прийшов час, і він помститься нам. Він зробить це з нами. І сказано, що вони посилають своїх посланців, а потім і самі приходять. Вони схиляються, кажуть, ми раби твої. Тому що батько, який жив на землі, він був як зв'язуюче звено.
Батько жив, авторитет батька знаходився. І вони були спокійні, що не помститься Іосиф для них, але тепер батька немає в живих. Ми раби твої, но батько завіщав. Вони використовують авторитет свого батька, він завіщав. Прости їм і не роби ніякого зла для них. І сказано, коли Іосиф чув ці слова, він плакав. Він плакав, тому що вони не могли зрозуміти його серця. І він говорить такі прекрасні слова. Він сказав, не бійтеся. Не бійтеся, живіть спокійно, живіть мирно, і це тільки тому, що я боюся Бога мого, алілуя. І я хочу сказати, що цей страх перед Богом, це був секрет його успішного життя, який давав можливість йому в спокусах стояти. Тоді, коли люди його не бачили, стояти вірним перед Богом, тому що божественний страх був в його серці. І він беріг його. Це защитна реакція. Він беріг від гріха, від зла. Дорогі мої, я пригадую свого часу, коли прийшов Авраам. І сказано в одному місці, він сказав, що це є не моя дружина, а моя сестра. І коли Авімелех запитав його пізніше, Бог явився Авімелеху, цару Герському, і сказав, навіщо ти взяв цю жінку? Через декілька днів вона вже жила в чертогах царських. Це є мій пророк, і не роби ніякого зла для нього. І він кличе його і каже, навіщо ти зробив це для мене? Так не поступають, ти скрив від мене цю інформацію, це є твоя дружина. І він тоді відповів, я собі подумав. Я прийшов на цю нову місцевість для мене і подумав собі, а що, якщо на цьому місці немає Божого страху, мене вб'ють, мою дружину заберуть від мене. І я собі думаю, навіть якщо страху Божого немає, можливо, є якісь просто людські закони, людяність є, є якась етика, но знав муж Божий, ніщо не втримає людину від гріха, ні етика, ні культура, ніякі правила і закони. Но якщо є Божий страх, не вб'ють. Якщо є Божий страх, заповідь Божу не нарушать. Але я подумав, може немає Божого страху на цьому місці. Дорогі мої брати і сестри, я бажаю для кожного із вас страху Божого в нашому житті. Щоб він завжди був перед нами і він оберігав нас. В Біблії сказано, що син шанує свого батька, і раб він благовіє перед своїм господарем. І Бог говорить, якщо я батько, то де пошана для мене? Якщо я Господь, де благовіння переді мною? Страх Господній – це пошана перед вічним Богом. Страх Господній – це благовіння перед Всевишнім. Це є страх. Це не просто боязнь приходити перед його лицем, але це боязнь, щоб зробити щось, що могло попечалити його серце, щоб могло б засмутити його, щоб викликало б неповагу до нього, як до нашого батька. Дорогі мої, ми помічаємо в суспільстві, в якому ми живемо, страх Господній іноді відсутній. Я пригадую такий приклад, я чув його свого часу, коли відправлявся «Титанік», це величезний корабль. Це була якби сенсація минулого століття. І задали питання для архітектора, як ти думаєш, наскільки він безпечний, наскільки надійно себе можуть почувати пасажири на цьому кораблі. І він відповів, він настільки безпечний, що навіть Господь Бог не зможе його потопити. Іноді буває, що людина навіть невіруюча і щось говорить в адрес Бога, але все рівно має якийсь страх і боїться Бога. Но є моменти, коли люди роблять визов Богу і говорять своїй гордині, ви знаєте кінець, який стався цій подорожі. Я пригадую інший приклад. Одна молода дівчина, яка хотіла просто десь на ніч, глядя своїми друзями, повеселитися. І мати її затримала і каже, «Дочко, я прошу тебе, залишися вдома. Моє серце щось відчуває, не все гаразд може трапитися з тобою». І вона сказала, «Мамо, я молода, мене друзі чекають, я хочу йти разом з ними».
І вона тоді сказала: мати для своєї дитини, нехай Господь піде з тобою. І вона відповіла в своїй гордині, каже, що в машині немає місця, там тільки п'ятеро можуть сидіти, хіба що в багажнику. І пройшов час, дуже короткий час, декілька хвилин, і дзвінок до матері попереджають і говорять: неприємна новина сталася, тому що ця машина розбилася, і на превеликий жаль всі в машині загинули, тільки один багажник лишився цілий. Браття мої і сестри, людина робить визов для Бога, втрачає страх перед Всевишнім, і Бог іноді реагує, відповідає своєю святістю, тому що Він є святий. Він є Господь, перед яким благовіє наше серце, тому що Він вічний Бог. Він є Батько, йому належить шана. Він є Господь, належить благовіння для Нього, тому що Він є Бог наш, алілуя. І сказано: якщо ви куплені не ціною срібла і золота, не ціною якоїсь великої жертви, тому що не народи Бог віддав за нас, но саме дороге, що було в Нього, свого Сина, сам Бог прийшов на землю і купив нас ціною своєї крові, слава Йому навіки. І якщо так, із страхом проводьте життя, благовійте перед Всевишнім, і Бог завжди буде з нами. Йому нехай буде слава. Амінь.
Praise the Lord. Amen. What a joy it is for me to be with you this afternoon. Какая радость быть вместе с вами. In the presence of Jesus. В присутствии Иисуса. There's nothing like the presence of our Lord Jesus Christ. Ничего нету, как присутствие Иисуса Христа. Amen. Аминь. He makes everything beautiful. Он делает все красивым. In His time. В свое время. I'd like to mention the fact that we have a couple of DVDs on the table outside. Я хочу сказать, что у нас есть несколько дисков на улице. And they're in Russian. И они на русском языке. It's probably the most comprehensive series I've ever seen on the church in China. И, возможно, это самая полная информация о церкви в Китае. It'll take you back to the history of the Chinese church. И там исследуется история китайской церкви. Right up to this present hour. И до, прямо до этого момента. And show you the persecution that's happening in China right now. И там показывается преследование, которое в Китае происходит. The reason Satan is persecuting the Chinese church. И причина, почему сатана гонит церковь в Китае. It's the fastest growing church in the world. Потому что это самая быстрая растящая церковь в мире. Today, 42,000 people will accept Jesus Christ in China. И сегодня 42 тысячи душ приняли Христа в свои сердца. And tomorrow will be greater than today. И завтра будет даже больше, чем сегодня. Jesus said he would build his church. И Иисус сказал, что он построит свою церковь. While you're purchasing these, и когда вы приобретаете эти диски, you're helping my wife and I put Chinese Bibles into the hands of Chinese in Panama. И вы помогаете жене моей и себе приобрести китайцам Библии. We found 200,000 Chinese people living in Panama. И мы нашли, что в Панама есть 200 тысяч китайцев. They're only going to be there for 3 more years. И они там только будут только 3 года. They're doubling the capacity of the Panama Canal. И они расширяют канал Панама. And there's 14 Chinese churches in Panama waiting to give out the Bibles to them. И на том месте 14 церквей готовятся раздавать Библии китайские. I promised one Bible for every house of Chinese household in Panama. И я пообещал одну Библию на каждый дом в китайской. They're being printed right now. И сейчас они даже печатаются. They'll be printed in the nation of Colombia. И они печатаются в Колумбии. And they'll be shipped into Panama. И они будут высланы в Панаму. And when the Bibles get into the homes, you'll have Bible studies in-house fellowships. И там будут Библии в домах и в помещениях. What's so important about this? И что самое главное об этом? Because these Chinese people are going back home to China. Что эти китайцы, они обратно поедут в Китай. When they come back to China with Christ in their heart. Но когда они вернутся в Китай, они будут иметь Христа в сердце. Established in the Word of God. И будут уверены в Царстве Божьем. They will be your missionaries. И они будут вашими миссионерами. To places you and I cannot go. В те места, которые мы с вами не можем поехать. There's also testimonial books back there in English and in Russian. Также есть книги о свидетельствах на русском и английском. And again, all the proceeds go to our Chinese project. И опять, все, что деньги идут все на проекты в Китай. Will you turn with me to 1 Corinthians chapter 15? Откройте со мной 1 Коринфянам 15 глава. It's a powerful chapter dealing with the resurrection of the body. Это очень сильная глава, которая говорит о воскресении тела. And Paul begins to tell us in 1 Corinthians 15. И апостол Павел говорит нам в 15 главе. In the 8th verse it begins to speak. С 8 стиха. That he is the least of all the apostles. И что он самый меньший из всех апостолов. Because he was born out of the right time. Потому что он не родился в то время. He physically did not see Jesus Christ. Физически он не видел Иисуса Христа. But in a vision he saw him for 3 years. Но он видел его в откровении. And began to pen the New Testament what he saw. И начал писать Новый Завет. So he calls himself in the 8th verse the least or the last of the apostles. И что он называет себя после всех явился мне как некому извергу. And not in last in the sense there's no more apostles. И то есть в том смысле, что он последний апостол. But in the sequence, in the order of apostolic order, he was the last disciple. По порядку он был последний апостол. And so he begins to show how much he had to suffer for Christ. И также он показывает, сколько он пострадал за Христа. The reason he felt unworthy to be an apostle. И также почему он чувствовал себя как некий изверг. He persecuted the church.
потому что он сам преследовал церковь. He had so much blood on his own hands. У него столько было крови на своих руках. Remember in the book of Acts when they were stoning Stephen? И помните в Апостолодеяниях, когда Стефана побивали камнями? They're putting their coats at one called Saul of Tarsus. И они просто следовали за одного, как Саул в Тарсе. They put their coats down at his feet. И они свои жакеты поставили у его ногах. And by doing that, it was showing that Saul was in charge of that stoning. И делая этим, они говорят, что Саул был отвечал за это убийство. But listen what the Lord says to him on the road to Damascus. Но слушайте, что Бог ему говорит на дороге в Дамаск. Saul, Saul, why do you persecute me? Саул, Саул, почему ты гонишь меня? I'll show you what things you must suffer. Я покажу тебе, как ты должен пострадать. For my name's sake. Ради моего имени. So he said, I'm not worthy to be called an apostle. И даже он говорит, что я недостоин быть называться апостолом. But God, by his mercy, но Бог по милости его called me to the Gentiles. Призвал меня. And I was not counted in the mainstream of apostles. И я даже не считался со всеми апостолами. Because I was born out of time. Потому что я не вовремя родился. And then it says in the 26th verse. И потом в 26 стихе. It speaks of another thing that's last. И тоже говорится о последнем. In English, there's a problem here. И в английском есть маленькая проблема. In the word in English, the word last can have two meanings. И в английском языке слово последнее может иметь два значения. It can mean I had an automotive motor and it lasted a long time. Есть такое слово, которое обозначает, что оно длилось какое-то время. It endured. It had great longevity of life. То есть это оно прослужило, оно какой-то отрывок времени послужил. Or it can mean this is the last event in a series of events. Или же это может означать, что это последний случай в серии случаев. This is what the Bible order is using here. И вот именно вот это слово обозначение в этом контексте. In the 26th verse we read. И в 26 стихе. Our last enemy is death. Последний же враг истребится смерть. God will vanquish death. И Бог просто истребит смерть. How do we know that's true? Как мы знаем, что это правда? The grave could not hold Jesus Christ. Мы знаем это потому, что могила не могла удержать Христа. I know we preach about that at Easter. Я знаю, что мы это на Пасху проповедуем это. But it's important to realize how powerful that is. Но также это очень важно, чтобы сейчас это осознать. Satan tried with all of his power to hold Christ in the tomb. Сатана очень сильно хотел держать Христа в могиле. He knew if Christ rose again. И он знал, что если Христос воскреснет, his kingdom, Satan's kingdom would be defeated. Что его царство будет просто побеждено. But the Satan could not hold him in the tomb. Но сатана не мог держать Христа в могиле. On the third day it said he rose from the dead. Написано, что в третий день он воскрес. And he had the keys of death and hell. И у него были ключи смерти. And that's important for us to realize. И это очень важно, чтобы мы поняли. Whoever owns the keys. У кого ключи? Controls the kingdom. Контролирует царство. And so Jesus opened up the grave. Иисус открыл гроб. With his own life. Своей жизнью. And so that last enemy that mankind has always feared. И также вот этот последний враг, когда человек это постоянно боялся. Will one day soon be destroyed. Очень близко приходит этот день, когда он будет истреблен. Every man, woman, and child. И каждый мужчина, женщина и ребенок. Has one appointment they'll never miss. Будет одна встреча, которую они не пропустят. It's appointed for man once to die. Это встреча смерти. But we who are alive before Jesus comes. Но мы те, которые живы, прежде чем Иисус пришел. We have the hope of seeing him face to face. У нас есть надежда видеть его лицо к лицу. And we will not die if we see him. И мы не умрем, если мы увидим его. We'll be changed to be like him. Мы изменимся в его образ. And this tool of Satan's fear in the area of death. И вот этот инструмент дьявола, то есть страх. Is so powerful. Оно настолько сильно. Hebrews talks about a people who all their life long are motivated by the fear of death. И все в Евреям написано про тех людей, которые всю жизнь они мотивированы страхом. They're so gripped by fear they can't live. Они настолько охвачены страхом, что они жить не могут. Everything they do is motivated by fear. И все, что они делают, это движено страхом. And I love what Pastor Vasha said today. Я очень люблю, что пастор Вася сказал сегодня. God has not given us a spirit of fear. Что Бог не дал нам
дух страха. But a spirit of soundness of mind and heart. Но дух просто покоя сердца и разума. Why was he able to do that? И как он сделал это? Because Jesus conquered death. Потому что Иисус победил страх. And so he says to you and I. И также он говорит нам. If you believe in him. Если вы будете верить в него. We will never die. Мы не умрем. Do you believe that? Вы верите этому? Jesus said it. Иисус сказал. We will not die a final death. Мы не умрем последней смертью. All this clay may die. Этот This clay may die. Это тело может умереть. But our spirit lives. Но наш дух будет жить. Because he made it alive. Потому что он сделал его живым. And a beautiful illustration of how that works. И прекрасный пример, как это работает. Is found in the 45th verse of this chapter. Пишется в 45-м стиху. The Bible speaks of two Adams. И Библия пишет о двух Адамах. The first Adam, God made a living soul. И первый Адам душой живущую. He breathed into Adam, he became alive. И Бог вдохнул в Адама, и он стал живым. By the way, Adam means red earth. И слово Адам значит красная земля. And God breathed into clay, and Adam became alive. И Бог в глину вдохнул, и Адам стал живым. But he was spiritually dead after he sinned. Но после того, как он согрешил, он был мертв. So there need to come a second Adam. И после того надо было послать второго Адама. And this second Adam had to be without sin. И этот второй Адам должен был быть без греха. And so it says concerning the second Adam. И тут написано о втором Адаме. In our translation it says the last Adam. И в нашем переводе написано последний Адам. This last Adam became a life giving spirit. И этот последний Адам есть дух животворящий. Now be careful here. Be careful. Надо быть аккуратным здесь. Some people say that Jesus Christ was just a spirit. И некоторые говорят, что Иисус был просто дух. No, that's wrong. Но это неправда. He was God in the flesh. Но он был Бог в теле. But he had the power to give life to whomsoever he would. Но у него была сила давать жизнь кому он хотел. The Bible said his words, they are spirit and they are life. И Библия говорит, что его слова это дух и жизнь. God is able through Christ to give us life. Бог может через Христа дать нам жизнь. The first Adam was not able to save himself. И первый Адам не мог спасти сам себя. And he couldn't save you. И он не мог вас спасти. But the second Adam. Но второй Адам. The last Adam. Последний Адам. When he came and gave his life on the cross. Но когда пришел и дал свою жизнь на кресте. He said, "I have power to lay down my life." И он говорит, что у меня есть сила положить свою жизнь. And I have power to take it up again. И у меня есть сила забрать ее опять. Therefore, he's able to give life to whoever he wills. И таким образом он может дать жизнь, кто сейчас живет. And he invites you not to come to him. И он приглашает вас прийти к нему. Because he alone can give us life. Потому что он единственный, который может дать жизнь. My wife and I celebrated our 40th anniversary last year. Моя жена и я, мы праздновали 40-летний юбилей. And we were allowed by some friends of ours to go to Hawaii. И наши друзья нас послали на Гавайи. I have lots of miles, so we went 3 miles and we stayed in Hawaii for a week. И у меня накопилось много поинтов на билет, и мы поехали на неделю. And on Sunday we went to church. И в воскресенье мы поехали туда в церковь. I believe in vacation going to church. Я даже верю так, что даже на vacation можно поехать. There's в церковь. No vacation from God. Нету vacation у Бога. Some people take a vacation, they forget about church. Некоторые на отпуск уходят, и они забывают за церковь. Oh, I was on vacation. О, я был на отпуске, говорю. I said, let me find the family of God. И я сам сказал себе, давай я найду семью Божию. There's only one problem. Но только там одна проблема. There's only one church on the island there. И там на острове только одна церковь всего была. And it was a congregational church. И это было formal church. И она формально такая церковь была. They said, you want to go to the early service? И они порекомендовали мне идти на утреннее собрание. You'll probably fall asleep. Но если ты пойдешь туда, ты, наверное, заснешь. You've been to services like that? Вы были в таких служениях? They speak so они так slowly. Медленно говорят, монотонно. Так. Praise the Lord. Таким образом. I didn't want to go to that service. И я не хотел в такое служение идти. I said, what's the next service like? Я спросил, а следующее? Oh, it's a missionary service. Говорят, это миссионерское служение. Oh, now you got my attention. О, теперь у меня внимание есть. I went to this missionary service. Я поехал на это служение. And I watched young people, old people lifting their hands and tears flowing down their faces. Я видел, как молодые и старые поднимали свои руки со слезами на лицах. As they're praising God and worshiping Jesus Christ. Как они поклонялись Иисуса. A little lady comes up to us, my wife and I. И некоторая женщина подошла к нам.
And she said, "Do you remember us?" И она говорит, вы помните меня? I said, "No, sister, I don't." Я говорю, нет, сестра, я вас не помню. She said, "Are you Richard and Sarah Mahalski?" И она спросила, вы Ричард? And I said, "Yes." Я сказал, да. She said, "Do you remember Петропавловск?" И она спросила, вы помните Петропавловск? In northern Kazakhstan. В северной Казахстан. You were there one night. Вы были там один день. Acts says there are two nights. Две ночи были. And my family came to Jesus Christ. И моя семья приняли Христа. She said they were Muslim. Они мусульмане были. But they heard about this Jesus. Но они услышали о Христе. That he could save them. Что он может спасти их. That he could forgive their sins. Что он может простить им грехи. That he could take the sins of the past and blot them out. Что он может грехи прошлого просто стереть. Allah cannot do that, she said. Она говорит, что Аллах не мог это сделать. We sought Allah, he was not able to forgive us our sins. И мы искали Аллаха, но он не мог нам простить грехи. Because there's only one name given under heaven. Потому что есть только одно имя под небом. Whereby we must be saved. Которому надлежит спастись. That is the name of Jesus Christ, the Son of God. Христа, Сын Божий. His name is salvation. Его имя спасение. His name is healing. Его имя исцеление. His name is power. Его имя сила. His name is joy. Его имя радость. He is altogether lovely. И он всегда любящий. And there that young lady stood, and I said, "Sister, what happened that night?" И тогда эта женщина стояла, я спросил у нее, что случилось ту ночь. She said, 13 years ago. Она говорит, 13 лет тому назад. My mother and my father accepted Jesus Christ. Моя мать и отец приняли Христа. I came to Christ that same service. Я тоже пришла к Христу. I said, "What are you doing in Hawaii?" Я спросил у нее, а что вы здесь делаете? All the way from Kazakhstan. Прямо аж с Казахстана. She said, "I'm studying with youth with a mission." Я учусь с молодежью на миссию. And I'm going to be a missionary to Thailand. Я буду миссионеркой в Таиланде. That's what the gospel's all about. И вот об этом пишется Новый Завет. He just didn't save you. И он просто не только спас тебя. To you enjoy it. Чтобы вам было хорошо. But freely you've received. Но вы добровольно приняли. Freely give. Также и отдавайте. If you get as old as I am. Когда вы станете моего возраста и будете проповедовать, сколько я проповедую, you have the awesome privilege. И у вас будет великая привилегия. It's such a humbling privilege. Это такая смирительная привилегия. To see your fruit that remains. Чтобы видеть плод, тот, который остается. We came back to Harrison this summer. Мы приехали здесь прошлым летом. 20-year anniversary. 20 лет юбилей. It happened 20 years ago in a small little theater. И в маленьком театре 20 лет назад. In 3 nights, 400 Jews came to Christ. И в три ночи 400 евреев пришли к Христу. They were so radical. И они были такие радикальные. They shared their faith everywhere. Они делились своей верою везде. With Jews and Gentiles. И с евреями, и с неевреями. At the seaport, on the street, everywhere they preached Christ. На улице, в портах, везде они проповедовали Христа. 20 years later. И 20 лет спустя. 52 branch works. И 52 отделения. They have churches all through the southern Ukraine. И у них церквя просто по всей южной Украине. Church in the Crimea. И церковь в Криме. And over 50,000 members in those churches. И примерно 50 тысяч членов этих церквей все вместе. It's God's doing. Это Божье дело. I remember when the church first started. Я помню, когда церковь только началась. They rented a small theater. Они арендовали маленький театр. We came there from the United States fasting and praying. И мы с постом и с молитвой туда приехали. And I said, "God, please, just touch one person." И мы просто молились, Боже, просто прикоснись хотя бы к одному человеку. One person is sick. Один человек, который больной. One person is bound. Один человек, который просто завязан грехом. And let the blood of Jesus set them free. И просто пусть кровь Христа освободит его. I wanted just one. Я просто хотел видеть одного. God gave me 400. Но Бог дал 400. He gives exceedingly abundantly beyond what you're able to ask. И он дает намного больше, чем мы просим или думаем. And now when I see their children serving God. Когда я вижу их детей, служащих Господу. I begin to cry. Я начинаю плакать. He is faithful. Что он верный. He is so awesome in his mercy to us. И он настолько хороший и милостив к нам. A little boy came up to me a few months ago in that service. И в том служении маленький мальчик ко мне пришел. He said, "My name is Elijah." И мое имя Илья. You preached in the soccer stadium here in the city of Kherson. И вы в Херсоне проповедовали в стадионе. My mother and my father were Muslim. И мои родители были мусульмане. They heard you preach. Они услышали, как
вы проповедовали. And they fell in love with the Jesus you had to share. И они влюбились в том Иисусе, которого вы проповедовали. So they came down to the altar rail and they accepted their heart, they accepted Christ. И они пришли к алтарю и приняли Христа. You were praying for many people. И вы молились за многих людей. Your team was out there praying and laying hands on people. Ваша команда молилась за людей тоже. Your wife prayed for me. И ваша жена за меня помолилась. She said I was 8 months pregnant. Она говорила, что ты 8 месяцев беременна. And the doctor just informed her with ultrasound the baby was dead. И доктор сказал ей, что у вас мертвый ребенок. No heartbeat. И не было биения сердца. And the baby had been dead for quite some time. И даже ребенок был мертвый уже некоторое время. Her stomach was hard from the calcification of the child. Ее уже живот просто окаменел. And Sarah put her hands on the stomach. И моя жена положила свои руки на это живот и сказала эти слова. Jesus, Иисус, you are the resurrection and the life. Ты есть воскресение и жизнь. You saved these people tonight. Ты спас этих людей. You can heal their child. Ты можешь исцелить этого ребенка. You healed our child. Ты исцелил нашего ребенка. When the doctor said our last son would be dead. И когда доктора пообещали, что ваш последний ребенок будет мертвым. God in His mercy raised up my son. Что Бог в Его милости воскресил. He's a pastor today. И сейчас он пастор. All three of my sons are pastors. Все три сыновья пастыря. As we begin to pray for that little lady. И когда мы начали молиться за эту женщину. It's her husband that reacted first. Это ее муж, который пришел. He had his hand on her tummy. И он тоже положил руку на ее живот. And the baby began to jump inside the tummy. И ребенок начал прыгать. And he said, "It's alive! He's alive! И он восклик, что он живой, он жив. 7 years later. И 7 лет спустя. There's little Josh, little Elijah. И маленький Илья. He said, "I was that baby." Говорит, я был этот ребенок. I now have another son. I have another brother. Теперь у меня есть брат. His name is Timothy. Его имя Тимофей. And I said, "What does your dad do?" И он спрашивает, а что твой отец делает? Oh, he's an elder in the Pentecostal church. И он говорит, что он старший в пятидесятнической церкви. Once a Muslim. Однажды мусульманином. Now redeemed by the blood of Christ. Теперь искуплен кровью Христа. Once far from God. Однажды далеко от Бога. Now drawn in by the Holy Spirit. Теперь призван Духом Святым. To become a part of the family of God. Чтобы стать семьей Бога. That second Adam does give us eternal life. И вот этот второй Адам дает нам жизнь вечную. And then verse 51 and verse 52. И в 51 и 52 стиху. Speak about the last trump. И там о последней трубе написано. When it speaks of this last trump. И там, когда написано об этом трубном звоне. It means there's been previous trumpets. То это значит, что до этого были трубные звоны. How many places in the Bible do you see the trump of God being blown in the church? И сколько раз мы видим, что труба была употреблена в предыдущих местах в Библии? In the second chapter of Joel. И в Иоэле вторая глава. It opens up with the first verse. Открывается первым стихом. It says, "Blow the trumpet in Zion." И там написано, «Вострубите трубой на Сионе». Sound an alarm in my holy mountain. И пусть воскликнет звук на Святой Горе. To stir up the people of God. Чтобы востревожить людей Божьих. To awaken them to the hour in which they're living. Чтобы возбудить их просто в час их жизни. If there ever was a need to stir up God's people, it's right now. Если надо было бы просто вообще когда-либо, чтобы пробудить Божий народ, это сейчас. Many God's people are sleeping. И много Божьих людей спят сейчас. And they don't know the hour of their visitation. И они не знают час их посещения. It's not going to happen 50 years in the future. Это не произойдет 50 лет в будущем. It's going to happen right here, right now. Это произойдет сейчас, сегодня. Even in America. И даже здесь, в Америке. In April of this year. В апреле этого года. I don't know if you know the name Bill Hybel. Я не знаю, если вам знакомо имя Билл Хайвел. He's the most powerful evangelical teacher in America. Он самый такой сильный помазанный евангелист в Америке. He has a small church. У него маленькая церковь. 60,000 members. 60 тысяч членов. In Chicago. Chicago. But what happened in April? Ну что случилось в апреле? Darlene Check from Australia came to sing at his conference.
И Дарлин Чек приехала с Австрии, чтобы петь на его конференции. You know her songs. Вы знаете you их песни. Sing some of them. Вы некоторые даже поете. And as Darlene Check, under the anointing, began to sing. И даже под помазанием, когда Дарлин начала петь. Now remember, these are evangelicals, they're not Pentecostal. И запомните, что это евангелисты, это не пятидесятники. They're not only non-Pentecostal, they're anti-Pentecostal. Не только что они не пятидесятники, они противопятидесятников. But under the anointing of the Lord. Но под помазанием Бога. Because this is the last day. Потому что это последнее время. Our sister began to sing from her heart. И сестра начала петь из сердца своего. The anointing of God fell. И помазание просто сошло. 387 leaders in Bill Hybels Church got instantly filled with the Holy Spirit. И 387 служителей в той церкви мгновенно были наполнены Духом Святым. Including Bill Hybels. Даже включая Билл Хайвелл. He sent a letter in May to all his churches. И он послал письмо во все свои церкви. Have you received the Holy Spirit since you believed? Получили вы Святой Дух с того времени, как вы уверовали? With the evidence of speaking in tongues. С знамением молиться на языках. And if you have, если вы так, do you manifest any of the nine gifts of the Spirit spoken of in Ephesians? То проявляются из девяти даров, которые в Ефесянам проповедуются. My son goes to one of Bill Hybels' branch churches. И мой сын просто в одну из Билл Хайвелс церквей ходит. In San Dimas, California. И в Сан-Димас, Калифорния. And when his pastor got the letter, и когда его пастор получил это письмо, he began to weep. Он начал плакать. He said, we've wronged the Holy Spirit. И он сказал, что мы неправильно понимали Дух Святой. We've grieved God. Мы опечалили Бога. And so let's fast and pray for the weekend. Так что давайте поститься и молиться на этих выходных. Friday, Saturday, Sunday. Пятницу, субботу, воскресенье. They fasted. Они постились. For the purpose of asking God repentance for grieving the Holy Spirit. С целью, чтобы попросить у Бога прощения и покаяться за то, что они огорчили Духа Святого. You know what happened on Sunday? И вы знаете, что в воскресенье случилось? The heavens opened over the church. Небо открылось над церковью. Hundreds were filled with the Holy Spirit. И сотни были крещены Духом. God began to heal people. Бог начал исцелять людей. The church is growing so quickly they don't have buildings big enough to hold it right now. И та церковь сейчас растет настолько быстро, что у них даже нет помещения. On Easter they had 10,000 people come to church. И на Пасху было 10,000 людей, которые пришли. Over 668 decisions for Jesus Christ. И 668 душ отдали свою жизнь Христу. That's not happening in Africa. Это не случается в Африке. Or the Ukraine. Или в Украине. Right here in America. Это здесь в Америке. Something is happening in God. Что-то сейчас происходит. There's a stirring up by the Holy Spirit. Есть какая-то тревога в Духе Святом. We're in that end hour. И мы сейчас в последнем часу. The trump of God is about to sound. И Божья труба скоро зазвучит. It's something Jesus Christ has been waiting for thousands of years. Это что Иисус Христос ждал тысячи лет. In Thessalonians, Paul writes. В Фессалоникийцам апостол Павел пишет. The trump of God shall sound. И что труба Божья созвучит. The Lord Himself shall shout with a great shout. И Бог сам просто воскликнет громким голосом. And He shall descend from heaven. Descend, come down. И он сойдет с неба. And he shall, and so, and we shall rise to be with him. И мы воскреснем, чтобы быть с ним. And so shall we ever be with the Lord. И мы будем навеки с ним. Verse 51 and 52 show us that picture. И 51 и 52 здесь написано. Go ahead, read it in Russian. Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг в мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленным, а мы изменимся. So the Bible says there's a mystery. И Библия говорит, что есть тут тайна. It says we will not all sleep. И мы не все заснем. But those that have fallen asleep before us in Christ. И те, которые умерли до нас во Христе. When they hear the trump of God. Когда они услышат труб. When they hear the shout of Jesus. Когда они услышат вот этот голос, крик Иисуса. The Bible says the graves will empty themselves. И Библия говорит, что могилы опустятся. The dead in Christ shall rise first. И те мертвые во Христе, они воскреснут. And we who are alive and yet remain. И те, которые мы живы, мы останемся. Shall be caught up to meet him in the air. И мы просто встретимся на облаках. And here's the mystery. И вот здесь тайна. We'll all be changed. Что мы все изменимся. Changed into what? И во что мы изменимся? Changed into his glorious body. И что мы изменимся в нетленное тело. John writes in his letter. И Иоанн пишет свое письмо.
We don't know what we shall be like. Мы не знаем, какими мы станем. But we know when we see him as he is. Но мы знаем и мы видим так, как он. We shall be like him. Мы станем точно такими. Change in a moment. В мгновение ока изменимся. Instantly transformed. Сразу же мы трансформируемся. To be with the Lord. Чтобы быть с Иисусом. And so shall we ever be with the Lord. И мы навеки будем с Иисусом. But until that trumpet sounds. Но до того, как эта труба зазвучит. Until that hour comes. До того времени, как этот час придет. Jesus said, "Occupy until I come." Иисус сказал: держите до того времени, как я приду. How do you occupy an enemy territory? Как мы оккупируем территорию врага? Do you crawl in a corner and hide yourself? Как вы запрячетесь за угол и будете сидеть? Нет. No. Нет. Jesus said, "All power, all authority is given to me." Иисус сказал, что вся сила и весь авторитет был дан мне. So don't hide yourself, he says. Так что не прячьтесь. Go into all nations. Идите во все страны. Preach the good news. Проповедуйте Евангелие. Heal the sick. И исцеляйте больных. And tell them the kingdom of God has come near to you. И говорите, что царство Божие пришло. What happens when the kingdom of God comes near? И что происходит, когда царство Божие приходит? The king comes near. Что царь приходит? With all of his power. Со всей своей силой. With all of his authority. Со всем авторитетом. With all of his mercy. Со всей милостью. Resurrection, life begins to flow. Воскресение начинается. Where there's death, life comes. Там, где смерть, жизнь происходит. He speaks into death. Он просто говорит смерти. And it's terrified at his voice. И она боится о его голосе. They know the voice of the Lord. Они знают голос Божий. And one day all the graves will hear his voice. И однажды просто один день все могилы услышат его голос. You and I who are dead in our life. И вы и я, которые в жизни этой. We'll be transformed to be incorruptible. И мы просто трансформируемся. Paul says it this way. И апостол Павел так говорит. Death, where is your sting? Смерть, где твое жало? Grave, where is your victory? И могила, где твоя победа? It's been swallowed up. Оно было поглощено. By the living Christ. Живым Христом. And if you are in him. Если вы в нем. You will pass from death unto life. Что вы пройдете из-за смерти в жизнь. You'll not taste the second death. И вы не вкусите второй смерти. It has no power on you. Оно не имеет никакой власти You've над вами. Born of the Spirit. И вы рожденный Духом. Born of God. Рожденный If the Богом. Same Spirit that raised Jesus Christ from the dead dwells in you. Если тот же самый Дух, который поднял и воскресил Иисуса, живет во вас. He that raised Christ from the dead. Тот, который воскресил Иисуса с мертвых. Shall also quicken your mortal body. Также ваши смертные тела. So in the baptism of the Holy Spirit, что в крещении Духом Святым. It's only a taste of the world to come. Это только маленький вкус то, что надлежит быть. There's an evangelist friend of mine that was teaching. У меня есть друг евангелист, который учил однажды. About the rapture of the church. Вознесении церкви. And this was not a Russian church. Это не была русская церковь. There was a very large lady in the church. И была очень большая женщина. She weighed over 350 pounds. Ей было больше 350 фунтов. And she said, "Mr. Evangelist, I have a question." И она говорит, у меня есть вопрос. What happens if God only picks me one foot off the ground and can't take me home the rest of the way? И что случится, если Бог только меня только один фут с земли поднимет и не сможет меня забрать? The evangelist looked at her. Евангелист на нее так посмотрел. Whoa, he said. Он говорит, ух ты. If God can lift you one foot off the ground, если Бог может тебя один фут с земли поднять, то Он везде может тебя. He does all things well. Он все хорошо делает. He doesn't do half things. Он не делает наполовину. He completes them. Он до конца все делает. So he's called the author and the finisher. И он называется художником и строителем. The Alpha and the Omega. Альфа и Омега. The beginning and the ending. Начало и конец. He is here. Он здесь. By his presence just Его присутствие now, здесь. To minister to your need. Чтобы служить вашим нуждам. Here in a congregation of this size, здесь в церкви такого размера. There are people that are running from God. Здесь люди, которые бегут от Бога. You're hiding from him. Вы прячетесь от него. But when he comes back, но когда он вернется, the people on the earth will cry, те люди на земле будут плакать. Mountains fall upon us. И чтобы горы просто упали на них. Hills cover us. И холмы просто покройте нас. For the great day of his wrath or anger has come. Потому что великий день просто Божьего суда пришел. And it says, who shall be able to stand? И там написано, кто противостоит этому. The answer is nobody.
И ответ, что никто не противостоит. Every knee will bow. И каждое колено склонится. И каждый язык просто скажет, исповедует, что Иисус Христос Господь. Для славы Божией. Милость Божия сегодня, что вы можете исповедовать Его сейчас. В любви. And you can find his forgiveness. И вы можете найти его прощение. You can find his mercy. Вы можете найти его милость. You don't have to do it in fear. Вам не надо это в страхе делать. Of someday you'll face him face to face. Что когда вы встретитесь с ним лицо к лицу. But those that are ready. Но те, которые готовы. And are looking forward to his appearing. И ждут его встречи. They want to see his face. Они хотят видеть его лицо. Our greatest heart's desire is that we'd see him in all of his glory. Наше самое большое желание это увидеть его во всей славе. My travels will be over. И все мои поездки закончатся. No longer tired in my body. Я не буду просто переутомляться в I'll be at home forevermore. Я буду дома навеки. But that day is coming so very soon. Но факт то, что он очень скоро приходит. Nobody knows the day or the hour. Никто не знает ни день, But ни час. But we see the signs all around. Но мы видим признаки вокруг. The Bible says when you begin to see these signs, look up. И Библия говорит, когда вы увидите все вот эти, все это сбывается, посмотрите наверх. Your redemption is drawing near. Что ваше избавление приближается. Что царь приближается. The trump of God's about to sound. Что труба Божия скоро потрубит. And if you're not ready to meet Christ, если вы не готовы просто встретиться с Христом, this is your accepted time. Вот это ваше время. God is speaking to your heart. И Бог говорит вашему сердцу. He's speaking to your life. Он говорит вашей жизни. Don't run from his mercy. Не бегите от его милости. You have no guarantee you'll ever hear his voice again. И у вас никакой гарантии нету, что вы еще раз услышите его голос. No one under the hearing of my voice. No one under, no one here. Yeah, никто на этом месте. Has a guarantee of 5 seconds. Что даже есть 5 секунд у них осталось. We don't know what's going to happen. Мы не знаем, что случится. But are you ready? Но вы готовы? Stand with me tonight. Встаньте, пожалуйста, на этом месте. I want to pray for you. Я хочу молиться за вас. But first of all, I want to give you an opportunity. Но сейчас я хочу дать вам возможность. If you're here and you're running from God. Если вы здесь и вы бежите от Бога. And yet the reason you know that, и причина, что вы знаете это, if that trump of God pierced the air just now, если сейчас эта труба воззвучит, you would have panic in your heart. Что у вас будет паника в сердце. God, God, I'm not ready, I'm not ready. Бог, я не готов, я не готов. If that's the way you feel in your если heart, вы сейчас так чувствуете, you can get ready right here, right вы можете прийти прямо сейчас because сюда. The word of God says, if we confess our sins, потому что Слово Божие говорит, если мы исповедуем грехи наши, he is faithful and just, что Он добрый и праведный, to forgive us our sins, простит грехи наши and to cleanse us from all unrighteousness. И очистить нас от всей неправды. You see, sin can't make it through heaven. Видите, что грех не будет на небе. Only those that wash their garments in the blood of the Lamb. Те, которые омыли свои одежды в крови Ангца. Only whose hearts are pure before God. Те сердца только, которые чисты пред Ним. Only those that say, even so, come, Lord Jesus. И те, которые говорят, гряди, Господи. If you can't say that, если вы не можете говорить это, God's talking to your heart. Что Бог говорит вашему сердцу сейчас. If you want to be included in this final prayer, если вы хотите быть включены в этой молитве, raise your hand before the Lord. Поднимите руку. Поднимите руку перед Богом. I'm not ready. God's speaking to me. Что Бог говорит мне. There's things in my life I need to get right with God. Есть вещи, которые в моей жизни неправильны. Lift your hand before the Lord. Поднимите свою руку перед Богом. You're not lifting your hand before man. Это вы не перед человеком поднимаете руку. You're lifting before the Lord here tonight. Вы перед Богом поднимаете руку свою. He's speaking to your heart. Он говорит к вашему сердцу. Don't harden your heart. Не окаменяйте сердца ваши. Don't run anymore. Не бежите больше. He's here to love you. Он здесь, чтобы любить вас. He's here to embrace you. Он здесь, чтобы обнять вас. He's here to forgive you. Он здесь, чтобы простить вас. If you'll confess your need of a savior, если вы исповедуете свою нужду перед Иисусом, He is mighty to save. Он верен. He's mighty to deliver. Он сильно просто хочет спасти. If you're strung out on drugs, если у вас проблема с наркотиками, Satan chains you to himself. И сатана к себе приковал вас. Jesus came to break those chains. Иисус пришел освободить вас. He can set you free today. Разорвать эти цепи, освободить вас. By the power of the Holy Spirit. Силой Святого Духа. So if God is speaking to you, my friend, если Бог говорит к вам сейчас, come down to the front in Jesus' name. Придите прямо сейчас во имя Иисуса. God wants to touch your life. Бог хочет прикоснуться вашей You're saying жизни. By coming, I need to get right with God. Вы говорите, что мне надо примириться There's с Богом. Things in my heart I gotta settle with God. Есть вещи в моем сердце, что надо примирить с Богом. Come in Jesus' name. Приходите в имя Иисуса. God's calling many of you. Бог многих вас зовет. Don't hold back. Не держитесь. Just now come. Приходите.
His voice is speaking to your spirit. Его голос звучит в вашем духе. Come. Приходите. In Jesus name. Во имя Иисуса. This is God's time. Это Божье время. Not just for Africa. Не только для Африки. Not just for the Ukraine. Не только для Украины. For Federal Way. Для Federal Way. For your life, right here, для вашей right now. Жизни, в этой церкви, прямо He's сейчас. Speaking to you tonight. Он говорит прямо к вашему сердцу сейчас. In Jesus name, во имя come. Иисуса, приходите. Don't let the devil deceive you anymore. Не давайте дьяволу обманывать больше. You're a puppet on a string. И вы просто как игрушка на нитке. He pulls the string and you jump. И дьявол просто тягает вас по ниткам. God wants to cut those strings tonight. Но Бог хочет оборвать эти нитки все. By the power of His Spirit. Come up, come по силе Его Духа. Come up here. Приходите. Sira shikara masandara masandai. Kira masandai. There's someone over here. God's really speaking Здесь, to you. Здесь, на этом месте, Бог очень сильно говорит к вам. Don't hold back. Не держитесь, не воздерживайтесь. Young lady, come. Молодая девушка, приходи. God is speaking to Бог говорит к вам. Saints of God, pray. Скажите славу Богу. Brothers and sisters, pray. Братья и сестры, молитесь. This is our future generation. Это наше будущее поколение. I want them to live strong for God. Я хочу, чтобы они жили твердо для Бога. I want them to be unashamed of His name. Я хочу, чтобы они не стыдились Евангелия. I want the nations to tremble at the message they bring. Я хочу, чтобы другие нации просто трепетали о том благовестии, которое они принесут. Father, in Jesus name. Отец, во имя Иисуса. These that have come forward. И те, которые пришли наперед, они пришли во имя Иисуса. Они пришли увидеть Твое лицо. Положи свою руку над ними. И все цепи, которые связывают их. Каждый грех, который контролирует ими. Силой, кровью Иисуса Христа. Разорви эти цепи. Освободи их. Как они будут просто исповедать свои грехи. Отец, прости им. Потому что они не знают, что делают. Отец, освободи их сегодня. Сила Святого Духа. Пусть твоя рука почит на них. Приготовь их сердца для царства твоего. Чтобы царь царей был с ними. So you can receive great glory in this generation. Чтобы ты просто получил великую славу в этом поколении. Thank you, Lord. Спасибо, Иисус. For their sincere hearts. За эти искренние сердца. There's still somebody over here. И есть на этом месте кто-то. God is speaking. You come. Бог говорит к вам. Приходи. Ah, Ramasika, Ramasanda, Ramodai. Ramasanda, Ramasandai. Kuriasira, Karamondai. We cry out to you, O God. Мы воззываем к Тебе, Господь. We call on your name, Мы зовем Lord имя Твое, Иисус. Whosoever shall call upon the name of the Lord. И кто призовет имя Господне, shall be saved. Будет спасен. Save your people, God. Спаси этот народ, Господи. Blot out their sins. И забудь их грехи, Господи. Tear it out of their spirit. И вырви это с души их. Release their mind. Освободи их разум. Alcoholism. Алкоголизм, Drug addiction. Наркомания. I break it. Я разрушаю In Jesus name. Во имя Иисуса. By the power of the blood of Calvary. И силой Святого Духа из крови. Break their chains. Разорви эти цепи. Loose them just now. Освободи их. Расслабь их. Jesus, be merciful. Иисус, будь милостив. We cry out to you, O God. Мы воззываем к Тебе, Иисус. Save. Освободи. Save. Спаси нас. Deliver. Освободи. Thank you, Jesus. Спасибо, Иисус. Thank you, Jesus. Спасибо, Иисус. Thank you, Jesus. Спасибо, спасибо, Thank Иисус. You, Jesus. Сира машандара сикира монде. Сира шандара масандара масанде. Сира машанде. Кира сарамонде. While these are in the front praying, те, которые впереди молятся, if you have a sickness in your body, если у вас есть болезнь, raise your hand just now. Поднимите руку. God wants to heal His people. И Бог хочет исцелить вас. There is a healing happening in God. Есть просто сейчас исцеление, которое происходит. In the last few weeks, we've seen such a heavy anointing for healing. И у нас за последних несколько недель мы видели помазание на исцеление. God has healed a little two-year-old boy.
И Бог исцелил двухлетнего мальчика. He had a tumor in the ear. У него была опухоль в ухе. They opened up the eardrum and the tumor fell off in the doctor's hand, just fell off. И они просто раскрыли ухо и просто эта опухоль выпала на руки They put доктора. The eardrum back in place. He hears perfectly И just они now. Просто сшили ухо обратно, и он отлично слышит все. A little girl with curvature of the spine in Kodiak Island. И маленькая девочка, которая имела просто кривой позвоночник. God straightened up that spine. Бог выровнял его. The doctors still can't figure it out. И доктора не могут даже понять, They как see это. The x-rays here. Они видели рентген. And they see what God has done here. И они увидели, что Бог He's сделал. An awesome God. Он великий Бог. So if you're sick in your body, если у вас есть болезнь в теле, raise your hand. Поднимите руки. Father, you see these hands that Отец, are вы видишь, ты видишь эти руки. Куранда. Расира машонде. Курия сарамасонде. Сира макира сарандае. Father, these hands are raised to you. Отец, эти руки подняты пред тобой. In their bodies. В их тело. Healing flow. Исцели. In Jesus' name. Во имя Иисуса. By the power of the blood of Calvary. И силой просто крови на Голгофе. Stripes of the blood of the Lamb. И просто ранами твоими. Be healed. Будьте исцеленными. Pain be broken. И боль будь исчезни. Father, in that bone marrow. Отец, просто в этой в этих костях. Father, the red blood cells. И вот эти кровяные клетки. Are not producing correctly. Они неправильно работают. I speak to those blood cells now. Я говорю прямо этим клеткам. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Let the blood cells be normal. Пусть эти клетки восстановятся. White cells. Белые клетки. Red cells. Красные клетки. Hear the word of the Lord. Услышите слово Господне. Be made whole. Будьте целыми. In Jesus' name. Во имя Иисуса. See that, my son, that ringing in the ear. И тот звук, который в ушах. We talked about you healing that child. Мы говорили, как этот Бог исцелил мальчика маленького. But this is an older brother. Его старший брат. That's standing here tonight. Здесь пожилой брат, который стоит. There's a ringing in your ear. У вас звук какой-то в ухе. Father, in Jesus' name. Отец, во имя Иисуса. Stop that ringing now. Останови вот этот звук. Move in that middle ear. Прикоснись к этому уху. That stomach disorder in the choir. Это в хорю где-то проблема с желудком. Father, in Jesus' name. Отец, во имя Иисуса. Heal that sister. Эту сестру. Into that stomach just now. Прикоснись к этому желудку. Let all the pain be gone. Пусть вся боль исчезнет. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Sikasaramonde. Husaramashonde. Kiramashondai. Twisted bones. И кости, которые скручены. Straight. Выровняйтесь. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Shoulder socket. Плечо. Be healed. Будьте исцеленными. That right shoulder. Правое плечо. Father, in Jesus' name. Отец, во имя Иисуса. Enter into that joint. Зайди просто в эту кость. By the oil of your Holy Spirit. И пусть просто помазанием Духа Святого исцели. Thank you, God. Спасибо, Бог. That hip disorder. И вот это бедро. Father, in Jesus' name. Иисус, во имя Иисуса. Move into that hip joint. Просто продвинься через это бедро. Strengthen those knees as well. Укрепи эти колени. Father, in Jesus' name. Отец, во имя Иисуса. That ankle. И вот это просто нога. Father, in Jesus' name. Иисус, во имя Господь, во имя Иисуса. Исцели прямо сейчас. The Lord has just touched somebody. Господь, прикоснись кому-то. If he's touched you, если он прикоснулся к тебе, lift your hand, поднимите руки and give Jesus the glory. И вознесите ему хвалу. With your own mouth, и славу устами. Praise him. Прославьте его. Father, heal heart conditions. Отец, исцели сердечные проблемы. Heal hearts. Исцеляй сердца. Heal us, son, lungs. Жизни. Father, in Jesus' name. Иисус, Господь, во имя Иисуса. That back, that spinal area. И вот эта поясница. Move up and down that spine. Пройдись по этому позвонку. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Healing come now. Исцели. He karasara mandara masikira mandara sandai. Nakarasande. If the Lord's touched you, lift your hands, lift your voice. Если Господь прикоснулся к вам, поднимите руки, вознесите свой голос. Воздайте ему славу. Воздайте ему хвалу. He is worthy. Потому что он достоин. Glory. Он достоин. Glory. Он достоин. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Славьте Jesus. Славьте его имя. И сара дара макай ламасанде. Ушарамасандара санде. Thank you, Lamb. Thank you, Lamb. Thank you, Lord. He saramashandai. Doctors will verify. И доктора проверят.
God has done all things well. Что Бог все сделал правильно. Make sure you give Jesus all the glory. Но будьте правильно, чтобы Богу воздать всю славу. Man didn't touch you. Человек не прикоснулся к вам. The resurrected one of God. Это воскрешенный. His name is Jesus. Его имя Иисус. He walks among us. И Он просто ходит над Where нами. Two or three are gathered Где in his или трое собраны во имя Его. There am I in the midst. Там я. He's there touching you. Он там прикасается к вам. Some of you are going to realize you've been healed walking home. И вы просто осознаете, что вы исцелены, пойдете домой. When you go to your car, когда вы пойдете к машине своей, at your table this afternoon, за столом сегодня, you can say, where'd the pain go? Вы просто узнаете, что боль исчезла. The moment you realize it's gone, и тот момент, когда вы осознаете, что боли нету, stop everything, остановитесь все, and give Jesus the glory, и воздайте Богу всю give славу, him the praise. Отдайте Иисусу he alone славу, is worthy. Потому что Он только достоин. He alone is worthy. Он только один достоин. He alone is worthy. Только Он достоин. Hallelujah. Hallelujah. Достоин, достоин, достоин наш Господь. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Uramasi kira masunde. Kira masunda ramasunda ramasunde. Братья і сестри, Господь є серед нас. Алілуя йому. Алілуя. Алілуя. Братья і сестри, Святий Дух сьогодні перебуває в цьому зібранні. Часто буває, ми в собі утримуємо ту дорогоцінність, яку Бог дарує. Боже помазання, Боже Дух Святий, Божу присутність, Боже відкриття, Боже водітельство. Ми в собі утримуємо і з кожним роком все більше і більше. Так хочеться просто сказати вам і собі також, давайте відкриємося перед Святим Духом. Якщо можна так сказати, дамо місце Духу Святому діяти. Алілуя! Алілуя! У мене є на серці помолитися за наш хор. Ви знаєте, благословити їх іменем Господа. Ми часто бачимо наших хористів, які співають для Божої слави. Я це розумів і розумію. Так як священники колись пристояли перед лицем Бога. Отак колись і левіти пристояли, і Бог дивився на їхнє служіння. Як вони співають? Яке їхнє серце? Як вони підготовлені? Як оця слава і прославлення імені Бога торкається серця людського. В храмі співали, пристояли перед тисячами людей, чи їх небагато було, але вони мали бути готові воздати славу Богу. Це левітське служіння. Це левітське служіння, воно має важливе значення. Алілюя! Алілюя! Хвала Ісусу! Наш пастор, старший пастор Сергій Миронюк звершить цю молитву, а ми, служителі, давайте пройдемо, просто протягнемо руки. І хто з народу бажає так само протягнути руки і благословити їх іменем Бога, будь ласка, зробіть це во ім'я Ісуса благо, благословляти іменем Господа, Бога Ізраїля, алілюя, алілюя, Господь серед нас, хвала Йому, дайте місце Духу Святому, алілуя, і прийде ісцілення в ваше життя, в вашу душу, в ваше тіло. Господь є живий, і Божа сила, сила Божа на цьому місці, алілуя, амінь, фарабада гера бітані, алілуя, фарабі гера мінтані, алілуя. Молодші і старші, довіртеся Господу, довіртеся Божій благодаті, довіртеся Божій благодаті. Вона на цьому місці, в цьому зібранні. Алілюя! Хвала Ісусу! Ава Отче, фармай де кремен, кібде гланту груміс, Бог наш, ми пір ліцем Твоїм, и мы нашу молитву совершаем за харистов, которые впереди народа Твоего. Ава Отче, хармай де крендуш. Ава Отче, фармине геузен кирибиде гронте гримеш. Ава Отче, свят великий Бог Саваоф, Бог твердыня нашего спасения. Аллилуйя Тебе за поющих в церкви, которые воспевают славное Твое имя, за прославляющих Тебя на музыкальных инструментах, за наших регентов. Слава Тебе! Честь Тебе, наш великий Бог! Ава Отче, фармай де кремен! Боже, мы благословляем хор, старший хор, который на этом месте. Мы благословляем регентов, пианистов. Мы благословляем регентов Боже молодежного хора, пианистов,
Мы благословляем все хоры в нашей церкви, и да будут они благословенны. Пусть, Господи, благословение от Святого Духа пребывает на них. Ава Отче, фарамай де кремен. Аллилуйя тебе, великий Бог Саваоф. Пусть твое имя прославляется, возвеличено будет, воспето будет среди церкви. И благословение твое пусть почивает на левитах наших. Боже, благословляют хористов, рабы твои, служители, и весь народ церкви. Мы благословляем их, потому что они великое служение исполняют в жизни твоего народа. Да будет на них благодать, и Святой Дух пусть пребывает на них. Наша молитва за них во имя Иисуса Христа, в славу Бога Отца. Я читаю слово, которое записано в Откровении в 14 главе. Читаю слово, записанное в 14 главе Откровения. Это слово пришло мне на память, когда брат Василий говорил проповедь о страхе, который должен у нас быть, разумею, особенно в нас быть перед лицем нашего Господа. Мы должны в благоговении находиться перед Господом, почитать Его славное имя, давать Ему честь и славу и державу, потому что Он есть Бог, Он есть Творец, Он есть Царь над царями, так говорит Библия о Нем, и это мы исповедуем в нашей жизни. Библия говорит, 14 глава Откровения, из 6 стиха и 7. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле, всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом, «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». Дорогие, я когда-то говорил, такие мысли высказывал, что Богу все возможно, чтобы этого ангела увидели все народы, племена, колена, живущие на земле. Вне зависимости, это ли будет где-то ночь, или это будет день. Вне зависимости, как выглядит наша планета. Для него это возможно, чтобы все ангела увидели. И апостол Иоанн записал в Откровении в доступной форме, высказал это слово. «Когда я взглянул на небо, я увидел среди неба другого ангела, который летел». Летел среди неба, а в руках он держал вечное Евангелие, не какие-то другие томы мудрых людей, а вечное Евангелие. Как оно выглядело, я не знаю. Это Евангелие было ли подобно нашей? Или то, может быть, в каком-то рулоне? Не знаю всего, но знаю, что говорит Библия о благовестии, которое прозвучало тогда через ангела для живущих на земле. Он сказал, «Убойтесь Бога! И воздайте Ему славу, вне зависимости, кто ты есть, царь, президент, военачальник, руководящий всей армией страны, кто бы ты ни был, богач или бедный, знатный или незнатный, простый колхозник, но воздай Ему славу». А прежде всего, в сердце каждого должен быть страх перед Ним. Повторяюсь, кто бы ты ни был, старичок или старушка, отец или мама, сын или дочь, малолетние, воздайте ему славу. Вы знаете, мы в таком времени живем, когда, как говорил Ричард Михальский, неизвестно, что через 5 секунд может произойти. Но воздай ему славу. Я знаю только, что мы живем в последнее время, потому что
чрезвычайно большое отступление, даже в этой стране, в этом штате, в котором мы живем, но святые должны ему воздать славу. Я люблю вспоминать место Священного Писания также из Откровения, где Иоанн, который находился в духе, увидел сидящего на престоле, а пред престолом было стеклянное море, как оно выглядело, невозможно передать. А этот престол окружали 24 престола, на которых находилось 24 старца, а у 24 старцев на головах были золотые венцы. И говорит, я увидел еще 4 животных, которые ни днем, ни ночью не имели покоя, но воздавали славу Всевышнему, сидящему на престоле. Постоянно говорили, свят, 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 Бог Вседержитель. Тогда 24 старца, у которых были золотые венцы на головах, вставали со своих престолов и склонялись перед Ним, воздавали Ему славу за то, что все сотворено им, и по воле Его до ныне существует. Возлюбленные, по воле Его до ныне существует этот мир. И мы, спасенные, живущие в этом мире, должны воздать Ему славу. И я желал бы, чтобы наша последняя заключительная молитва в этом служении, когда мы будем совершать молитву, была молитва благодарности великому Божьему Сыну за спасение, а Всевышнему за Его любовь. Ведь вечной любовью Он нас возлюбил. И поэтому я приглашаю Божий народ. Давайте пред Всевышним мы преклоним наши колени, у кого такая возможность есть, и скажем Ему, прими Ты от нас благодарность. Мы Твои сыновья, мы Твои дочеря, мы любим Тебя и благословляем Тебя. Аминь.